Всем здорова, дорогие друзья! С вами Кисов, Лейзин Джелл, и сегодня у нас рубрика для Бетс Онлайн. Это Орел и Решка! Всем здорова, чуваки! Ребят, сегодня у нас необычная серия, так как сегодня в серии у нас будут тачки из арены ВАР. Соответственно, бамжу дается 100 тысяч, и сегодня, ребята, у нас будет тюнинг безлимитный, потому что все-таки арена ВАР, как вы знаете, очень дорого, богато, да? И получается, бамжу дается 100 тысяч только на покупку автомобиля, ну а тюнинг, конечно, ему безлимитный. А мажору нашему дается безлимитная карточка, на которой дохренища просто бабла. Соответственно, он должен купить какую-то очень крутую тачку. Так что, ребята, думаю, вы все поняли. Вы, конечно, поставили лайк, подписались на мой канал. Если еще не подписаны, то обязательно подпишитесь. Поставьте колокольчик, ребят, чтобы не искать новенькие видосики. Но мы, ребята, погнали подкидывать монетку. Ну что, ребята, мы уже, в принципе, готовы начинать. И давай, Джел, ты сегодня будешь выбирать, в принципе, кто будет орлом или решкой. И я буду орлом. Орлом, ну слушай, братан, ну хороший, в принципе, выбор. Я тогда решка, мне, в принципе, ничего не остается. И давай, сегодня мы определим это с помощью голосового помощника Алисы. Так. Алиса, подкинь монетку. Так. Орел. Пошел нафиг. Просто, ребята, че он нам просто полосу везения перекрыл, говнюк. На самой такой удачливой серии. Ну, братан, ну я тебя поздравляю с этим, в принципе. Ты сегодня получаешь золотую карту. Ты что, нормально вообще там в бассейне в пиджаке? Ты понимаешь, что ты пиджак испортил? Короче, пацан, поздравляю тебя с этой крутой, в принципе, не знаю, крутой карточки, да, в принципе, ты сегодня будешь у нас бомжором. Короче, ребята, мы переходим уже к покупку и тюнингу наших автомобилей. Так, ребята, короче, я ухожу из этого особняка, блин, просто говнюк маленький взял, блин, эту золотую карточку. Ребята, он просто нам перекрыл эту просто полосу везения. Это просто жесть, ребята. Ну, все, я, короче, выхожу вот так вот, в принципе, да. Блин, особняк, конечно, очень крутой, ребят. Так, аккуратненько, так вот, тачки проезжают, в принципе. И давайте уже откроем все-таки сайт с Арены ВАР и давайте посмотрим. Так, купить лучше. Сколько? Че так много, алло? Не, ребята, это реально много. По мне так это реально много. О, 100 тысяч, господи. Что мы можем, в принципе, с вами купить? Мы можем Red Track, Slam One. Slam One я точно не буду покупать, потому что это полный отстой. Так, давайте посмотрим. Получается, самое дешевое это доминатор. Ну, доминатор у нас хороший, так что давайте его купим. Так, давайте место Тороса, да. Все, ребята, короче, мы покупаем доминатор и уже переходим к его тюнингу. Так, ребята, я уже, в принципе, заезжаю на вот такой вот масл карри доминатор. Ребят, доминатор, вот именно вот этот доминатор, минус того, то, что он очень плохо едет. Да, ребята, он очень плохо едет, он дрифтит прям пипец и, ну, конечно, фантастика его прям жестко делает крутым. Так, ну теперь мы уже поставим, в принципе, тормоза гоночные, так, рывок 100%, да, мы поставим, в принципе, передние бампера, так, ну, а чем отличаются, лол. Так, давайте поставим, так, кузов, ну, конечно же, шипы мы поставим, господи, бронеплиты, конечно же, поставим, так, бронеплиты, конечно же, мы поставим тоже, и двигатель тоже 4-го левела. Так, потом, так, ну, наверное, сейчас, стойте, давайте посмотрим. Так, ну, блин, такие, не знаю, ну, рога, ну, как-то такой себе, хотя, необычный, честно скажу. А, так, давайте посмотрим дальше, что у нас тут. Ну, наверное, МК-2 мы поставим решетку, потому что она самая крутая, по мне. И давайте клаксон грузовика поставим. Он очень-очень крутой. Потом фары. Давайте под цвет машины потом поставим, да. Раскраска. Ну, раскраска, естественно, Louis Vuitton. Кто ж... Ну, блин, ребята, вы уже знаете, в принципе, кто... Почему Louis Vuitton. Так, давайте поставим Флейзин номера, на которого надо подписаться. И поставить ему лайкосик под видосик. И потом обязательно, просто обязательно поставить колокольчик, чтобы не пропускать новенькие видосики. Ну, а, ребята, короче, я пока что сейчас буду в отъезде, да. Вот вы сейчас смотрите этот ролик. Ну, а я пока что в отъезде, да. Вот, и, ребята, короче, цвета я пока не выбираю ваши, потому что все-таки готовьтесь, потому что если, когда я приеду уже в воскресенье это, да, то все, как бы я возьму любой цвет, как бы, из последнего ролика. Так что готовьтесь, запасайтесь просто комментариями крутыми и уже будете потом строчить. Так, давай, знаете, что мы сделаем? Мы, наверное, сделаем ледяной белый цвет и, наверное, дополнительный красный. Да, красный, потому что красный очень крутой у нас. Так, давайте красный Торино поставим. Офигеть, просто он жесткий. Так, цвет деталей мы, наверное, тоже красный Торино сделаем, да, потому что он очень-очень круто смотрится.
Так, где? Вот красный Торино. И, в принципе, ребята, мы уже можем, в принципе, пороги поставить. Так, максимальную подвесочку, как бы, да, тоже поставить максимальную трансмиссию, да, турбо. Тюнинг и, в принципе, вертикальный прыжок тоже мы поставим. Колеса. Ну, колеса давайте заказные от Беннис поставим. И поставим уже, знаете, какие-нибудь даже крутые. Давайте вот эти вот биопасные. Офигеть. Давайте реально такие поставим, в принципе. Они очень... Да ставьте. Ну, почему ты не ставишь? Все. Они очень, ребята, офигенные. Давайте их сделаем красными. Потому что, блин, очень-очень здорово, в принципе, смотрится. Так. Давай. Красный. Вот, красный, в принципе. И шины. Шины обязательно мы ставим... Давайте. О, красный. Красный прям офигительно смотрится, ребята. И покрышки, в принципе, поставим. Дым от покрышек, наверное, тоже красный. Потому что все-таки красный очень крутой цвет. Так. Вот дым от покрышек. И все, в принципе, колеса у нас на этом заканчиваются. Так, потом стекла, оружие. Ничего себе, какой большой ковш. Так, ставим его обязательно, вы чё? Так, потом пушки, конечно же, и неконтактные мины. Давайте поставим Эмми, да. Ну и в принципе, ребята, все, вот такая у нас тачка получилась. Если вот рассматривать, как бы дайте оценку от 1 до 10, если можно. И в принципе, ребята, если вам нравится эта тачка, то, конечно, обязательно ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал, ребята, и не забывайте просто про колокольчик, чтобы не искать новенькие видосики. Ну, а мы, ребята, погнали сравнивать наши тачки. Что, ребята, мы уже встретились с этим бомажором, да, как ты я тебя там назвал? Посмотри, как они похожи на же тачки. Братан, ну слушай, ну, белая, я, короче, братан, явно то, что офигеть. Кто-то из нас копировал, ну, мне кажется, это ты, потому что все-таки... Ты посмотри, в каком я костюме. Ты адекватный, я здание прилетел, ты нормальный. Серьезно, я видел, да. Как прилетел, офигеть. Лол, просто, короче, ребята, блин, ну, рассказывай про свою тачку, в принципе, она... Это что, это не Ниссанчик, да, вроде? Ты где? Я под карту упал, прикинь. Я понял, братан. Так, давай, рассказывай про свой Ниссанчик. Это Ниссан 350Z, если 300, не зрело. 390 вообще-то, молодой человек. RR. 390, ну, это в игре. Не надо тут лялять. А, ну, окей, ладно, хорошо, беру свои слова обратно, извиняюсь. Вот, короче, так. Смотри, спойлер поставил шипы спойлер. Такие, пилы и пилы по бокам, по кругу, так. И огромную пилу посередине. Я знаете, понял, братан. Да, вообще все супер, братан, это Сань сзади, вот все. Моя тачка. Я тебе сейчас такое расскажу, короче, это фантастика, это просто топовая тачка. Кстати, у тебя такая броневик, броневая такая плита. Да, броневая плита. Я ее это... Упала она что-то. Упала, братан, да нормально, все просто. Короче, на. Опа. Что ты, ах ты. Да ты что вообще на? Говнюк. Да ничего уже, братан. Короче, смотри, тут все по максимуму, просто такой большой ковшик, который сегодня тебя просто разнесет. Вот это никак... диски у тебя, офигеть. Да, диски био. Как там, био какой-то, био-война какая-то, я не помню, в общем. Короче, ребята, давайте сейчас решим, чья тачка вам нравится больше. Давай, вот встанем так вместе, да? Да, вот это красно-белая если тачка, вам нравится... вот это так, красно-белая. Молодой человек, так, я говорю, вы понимаете? Раз, два, три. Ребята, короче, я не знаю, зачем я отчет дал, но... Короче, ребята, если вам нравится тачка моя, вот этот доминатор, в принципе, то пишите флейзин. Если вам нравится вот эта тачка джела, то пишите джел. Ребята, короче, посмотрим, чья тачка вам нравится больше. Ну а мы, ребята, переходим к испытаниям. Ну что, ребята, первое испытание — это испытание скорости. Суть этого испытания заключается в том, что мы находимся на вот таком вот замечательном военном аэропорту, то есть военная база, да. Мы делаем вот таких вот два замечательных кружка, и кто первый, в принципе, финиширует, тот и побеждает. Джел, ты готов? Окей, я готов. Давай, становись по линию, в принципе, и знаешь, как мы решим, кто первый, как бы, по... ой, короче. Кто? Короче, давай, так, раз, два... три, все, поехали. Ой, ты. Ракета. А как? На какую нитро используешь? А, на X. Да не на X, не на X, братан, не на X. Как хорошо, что я прыжок, слушай, не ставил, он так не мешается мне зато. Ой, ты как говнюк. У тебя тачка вот эта 100 тысяч стоит? Я... Не 100 тысяч, 35 тысяч, братан. 30... Сколько? 35 тысяч. В стоковом виде. Тюнинг у нас безлимитный был. 35? 35 тысяч, братан, это как бы доминатор. Офигеть. Так, на. Ой! Что это было? На, это было на, понял. Так, разворот, поворот, так. Нитро, а ты нитро ставил за счет? Нитро, да, конечно, ставил, ты что, братан, так. Братан, ты куда едешь? Куда ехать-то вообще, блин, не понимаю. По прямой, братан. Да тут не прямая, тут кривая, по кривой да, ехать тут, надо. Да тут нормально, братан, по прямой, в принципе, вот так дрифт. Вот аккуратненько дрифтим и, в принципе, уезжаем. О, чё?
Заносит тоже? Да, заносит прям жестко, братан, так. Ну они тяжелые, конечно, их заносить. Так, ой, ну ты меня догоняешь, ты меня догоняешь. А-а-а! Вообще самолеты разлетались тут, прикинь. Чё, просто зачем ты в него врезался, ты чё нафиг? Сам ты нафиг. Терминатор. Сейчас я тебя догоню, смотри. Давай, давай, догони, догони меня, братан, догони. Так, я пока что так, тихо так еду. Вот, кстати, давайте салончик. Нитро, все, нитро. В смысле нитро? В смысле нитро? Нет, я быстрее. Нет. Нитро. О, нет, ты. Какой ты говн... Чё? Получается, ребята, ну первым испытанием, в принципе, Джел у нас получает свой первый балл, говнюк. Она, да, она все-таки мощнее моей тачки. И, в принципе, братан, поздравляю тебя с первым баллом. И мы переходим к следующему испытанию. Ну что, ребята, у нас следующее испытание — это водное сумо. Суть этого испытания заключается в том, что мы находимся на вот таком замечательном авианосце, на котором мы должны скинуть своего оппонента. И за это испытание мы получаем, естественно, один балл. Джел, погнали, короче, без лишних слов. Погнали. Я тебя, мы не используем, ну, оружие. У меня таран. Посмотрим, о! Тихо! Чё? Выжил, братан. Слушай, давай. Так, уйди. Да я застрял. На! Ты говорил без оружия. А, ну без оружия. Я просто пострелять по этому истребителю. Так. На! Ах ты. Ой, братан, ну слушай. Фиг, блин, я это сделал. Твоя пила против нитро моего кошика. Тебя. В смысле нитро? Ай! Я нитро врубил, и все, у меня... Вот так все и надо. Так, братан, ну слушай, так, тебе конец, ну, тебе нитро. Конец. На! Да ну, слушай, моё, братан, я вообще не могу перевернуть. Ну что-то изи, что-то изи рилток. Тихо, нет. На! Я не хочу утопляться. Нет, ты хочешь, братан, ты хочешь, потому что... О, помнишь прошлый видос? Ой! Он тебя рассмотрел, короче. Братан. Даже не смотрел вперед, куда еду. Какие твои последние слова? Мои последние слова — то, что я сейчас выиграю. Ай! Нет! Потому что у меня пила есть! Нет! Стой! Я сказал, братан, стой! Вот мои последние слова, что я выиграю. Так, пошел ты нафиг. У меня все. Пила есть, которая спасла меня, ты видел? Да! Так, задний ход! Нет! Офигеть! Что ты куди побегу? Так, я не могу! Я упал! Ты упал! Ну все, изи, короче. Получается, ребята, в этом испытании я получаю свой первый, в принципе, балл, и у нас счет 1-1. Ну что, ребята, у нас последнее заключительное испытание. Это у нас дерби полноценно, уже в котором мы можем использовать наши оружие, в принципе, мины и тараны. Короче, братан, ты готов? Я готов, как ну, всегда. Ну тогда давай. Я тебя уничтожу. Ты готов к этому? Ты готов? Что там прыгаешь, как усилий? Я тебя сейчас уничтожу, потому что все-таки я волчонок, и я волчонок у нас. Очень на! Кстати, у нас тачки очень похожи с тобой. Братан, да, ну ты тихо, посмотри, ты как тихо улетел. Фух, я думал, уже за военную базу сейчас приземлюсь. Братан, давай, дети. Ай, почему-то я торможу. На! Тебе промазал. О, в смысле, чё, я не промазал, я попал ровно по тебе, но... Чё-то... У меня промазал рассинхрон небольшой. Так, рассинхрон, но... На тебе. Ах ты ж. Так. А нет. Какой у нас счет, подожди? Счёт? Ай! 2-1. Я не могу. 2-1, братан, 2-1. Так, ой, военные еще подошли. Ой! Сам наехал на свою же, да, походу? Нет, братан, ну я тебя сейчас уничтожу по мне так. Это очень подло ставить мины к себе на тачку, потому что я никогда не ставлю. В смысле ты не ставил? Я не ставлю мины. Да хватит, я опять. Ой, братан, ну давай. Я тебя-то уничтожу, ты смотри, ты у нас сейчас быстро погибнешь. А, я колеса проколол. О-о-о, это самое то, это мой шанс, на. Слушай, у меня просто стекло пипец как развалено и... Так, я ехать не могу. Военный, извиняюсь. Ой, братан, ну все, ну ГГ, короче, тебе, мне кажется. Понимаешь? ГГ тебе сейчас будет, давай. Да ё! Что это было? Просто! Тачка, за сколько ты ее купил, братан? Дорого, она 1.5 миллиона стоит. Ой, ну, твои 1.5 миллиона уничтожены, братан. Потому что в этом... Да я шучу, она знаешь, сколько стоит? 2 миллиона 138 тысяч, вот, полная цена её. Ну, братан, ну, короче, считай, деньги профуканы, хотя у тебя безлимитка, ты можешь вторую купить. Ну, короче, ребята... Получается, в этой серии я побеждаю со счетом 3-1. И получается, ну, Джел, ну, ты держался бодро и очень даже круто. Так что я тебя поздравляю, ну, с хотя бы одним баллом, но... И, короче, ребята, если вам данная серия понравилась, то, конечно, ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал, ребята, нажимайте про колокольчик, чтобы не искать новенькие видосики. Ну, а с вами был Флейзин, и, кстати, вот забыл, на этого чайного пакетика тоже подписывайся на Джела, ссылочка будет тоже в описании, ребят. Ну, а с вами был Флейзин Джел, всем удачи, всем пока, народ. Всем пока, чуваки.